Утро доброе, бля. Вечер добрый, бля. Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, и вы на канале Иновский. И мы продолжаем Far Cry Primal. В предыдущей серии... Минус собираться, чтобы увидеть, чтобы благодарить Катара за его силу. Но Ул и Удам напасть на деревню Винджа. Чтобы спасти деревню, Такар должен собирать больше Винджа. Сильных Винджа. Та-та-та-та-та. А остановились мы в предыдущий раз на крюк-кошечке. Все правильно. И теперь у нас есть, по идее, вообще все персонажи. Они все собраны на базе. Это уже квесты далее, 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 далее. И у нас остался вот этот один. И я так понимаю, что это... Нужно захватить этот хорошо защищенный форт Удам и сразиться с предводителем. Это, блин, босс. На высокой сложности, много опыта. Но почему нет? Вообще было бы классно... было бы классно... это вот классно, например, я считаю. Это вообще классно. Ух! Так. Добрый день. А вам сюда можно? Так. Чего? О! Всего-то парочку барсуков. И мы в топе. Так. Давай. Прям с ходов попробуем на босса пойти, что ли? Как раз откроем много карты. И сменим ролик в начале. В принципе, считаю справедливо. А! Успею потом. Так, что по идее? Блин, а почему? Мы же ложились спать, что за фигня? Ладно, сейчас кого-нибудь опять выловим. Да поедим, хоть. Так, не забываем про мороз. А бежать-то нам нормально, кстати. По зиме. То. И тигри какой-то коцаный. А есть кто вообще? Тут вообще кто-нибудь обитает? Нам бы покушать. Ау! Так. Одну секунду. Ты греться собираешься, нет? Я ничего не понимаю. Почему он не греется? Раз. Попытка номер два. Такар, я тебя умоляю, пожалуйста, погрейся просто, а? По-человечески. Такар, ну погрейся, пожалуйста. Не очень-то работает это все. А, ну вот, а это что? А, ну, конечно, конечно. А дальше что? Давай тогда просто спустимся вот сюда сначала. Так, подожди. А тут вот немножечко карта просвечивается. Самую малость. И чё? Ну нам всяко таким-то образом. Так, хорошо, тогда давай немножечко подстрельнем волка. Для того, чтобы собрать на себе на одежду. И тогда у нас все получится. Да. Плюсом еды бы хотя бы стрельнуть немножечко можно? Где? Где все живое на этой планете? Это кто? Это кто? Нам это вообще не очень надо, если честно. Оно нам вообще не надо. Опа. Вообще прям. Да что? Давай.
Вообще не помогает. Можно, чтобы холодно не было, а? Пожалуйста. Ага, ага, ага. Поехал уже с горы. Все, ура. Так, теперь вот отсюда уже можем идти куда-то сюда. А чё поедемся? Опа. А чё стоим, я не пойму. Так, обратно, обратно. Хорошо. Я наказал одного. Пойду соберу. Жаль, что из этих шубу не сделать. Да? Потому что ты прям волки. Так, сейчас зачекаем вот здесь костерок. Чисто в теории нам могут встретиться волки и где-то здесь. Есть такое? А если здесь, допустим, волчьи шубы? Нету ничего вообще. Вообще ничего. Так. Мулы нам тоже интересны. В общем-то. Есть ощущение, что этот путь до босса вообще непрост. Есть такое? Что нам нужно будет бежать, искать. У нас есть крюкошка, в принципе. Проблем прям не должно быть. Если там гора, мы поднимемся. Если там нет горы, вообще прекрасно. Вот если там зима, тогда будет не классно. Опа. Вот это мы неплохо пришли. Давай, ну я тебя прошу. Догони. О. Прррр. Где? Ага. Там медведь да где-то кричал. Мне показалось. Оба, 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 оба. Все, побежали. Так, да, причем там какой-то свирепый медведь. А тут обычный, да? Что тоже не очень. Так, че по кошкам? Так-то оно так. Ну, вроде бы к дороге идем. Кошек не вижу вообще. Цепляться не за что. Вот такая вот ситуация вот не очень была бы хороша. Если бы мы такие прибежали, а там какой-то склон, не за что зацепиться, и мы такие бежим, 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 куда идти, куда бежать. Босс скучает, мы грустим. Давай, давай. Ну дай же мне дорогу. Ё-моё. Это что ли дорога? Чё-то я сомневаюсь. Да не, это пещера какая-то. Северный кедр? Беру. Это что еще? А, класс. Спасибо, ага. Так. Ну? Что за дорога такая? Крутая. А, это прям спуск. Опа, это что такое? О, глинки немножечко. Это прям какой-то другой биом, ё-моё. Не на шутку. А здесь что? А, вот. А вот же. Так. И чё здесь? Ну, по крайней мере, не холодно, да? Так. А дальше? А дальше, дальше, дальше. Типа куда-то... Куда? Сюда? Ой. Давай попробуем. О! Здравствуйте. Я сказал здравствуйте. Разбежались? Ну ладно. Разбежались, так разбежались.
Блин. Разбежались и сбежались. О, вот она. Есть ощущение, что мы сейчас на форпосты, да, будем наблюдать постоянно. О, вот это уже другой разговор, блин. Так, ну то есть нам как бы куда-то направо. А чё по мамонту? Я не уверен, конечно. Было бы так здорово. Чё происходит? А? Он там с кем-то воевал и довоевался? Или чё? Чё, ребята? Совсем уже все. Алло, ку-ку. Кто? Ты кто? Или это был наш воин? Ничего не понимаю. Так. Блин, ну сомневаюсь, что мы сможем мамонта. Хотя, с другой стороны, что нам мешает мамонта? Ну, возможно, их количество, да, согласен. Так. Давай пробовать. Класс. Отличное начало. Очень плохое начало. Честно говоря, уже и тигре отъехал. Ой-ой-ой-ой. Не-н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 е
Все. О! Все как в жизни. Все как в жизни. Так. Тигри. Ой. Так, так, так. Расставим приоритеты. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы справимся, мы справимся. Там мамонт нужен был, по-моему, чтобы Сайре дом улучшить. Пяу. Пяу. Как говорится, ну, в мамонта-то я должен попасть. Так, чему нас учили? А, все нормально. Ну, получается, что все, справились. Так, и чё? Хорошо, справились. Ну, типа прямо направо, как-то так. Получается, придется обойти. Эта гора слишком высока, чтобы в нее лезть. Ну да, я так понимаю, путь до босса это прям отдельное приключение. Со своими богатствами и мамонтами. Тигре тяжело живется, конечно, с нами. С такими-то приключениями. Так. А, получается... Получается... Ну, типа, да, вдоль этой горы... Так, а тут-то чё? А здесь я где? И... Опа! Раз, два... Это что такое? Опять какая-то птица сломалась. Давай немножечко подкрепим лук. Ну, мы, в принципе, и бомбу, да, сейчас подкрепим. А то... О, у нас копий, кстати, может больше быть, чем одно. Что-то я забыл об этом. Блин, они так долго делаются. Бам, хорошо. Так, где мы тут, получается? А, ну вот она, дорога есть, да? Вот она. Попробуем. Сейчас добежим, получается, до отметки, которую выставили. И потом налево, и попробуем прям по дороге идти. Возможно, как раз прям придем. Так, что-то здесь зима какая-то начинается. Не нравится. Ой, это что еще такое? Это что еще такое, я спрашиваю? О, кстати.
А что там? Ну? Что за сходка вообще, я не понял. Прям в самый раз. Да? А, это курьер? Блин, как они классно прям, ну, такие прям встали. Такие типа, вот сюда бросай. Блин, я начинаю мерзнуть опять. Как же это печально, а? Души. Так. Окей. О. Вот это, кстати, тоже, ну, получается, что достойная цель. С возможностью телепорта-то, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. А, отлично, здесь еще и тепло. Вообще прям... прям баунти какое-то. Сейчас бы главное справиться нормально. Без всяких. Так, подъем есть. Все, есть. Поджечь сможем отсюда? Было бы класс. Прям. Упал. Упал? Ни хрена я не попал. Я все рассчитываю на какую-то баллистику. Зачем-то. О. Надо рассчитывать баллистику сильно. Она как будто бы есть, но как будто бы процентов на 10 из вот возможного. Так, кто там? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, самое главное вот этого лошкаря убить сейчас. А, уже не важно. Он, конечно, молодец. А еще больше мы молодец, что не успели. Он они. Он на них. Красавцы мои. Пам, пам. Где, кто? А, лечим. Один? Остался всего один. Шо? Опа, опа, опа. Ну, с чудо-копья. Еще кто-то есть? Кто еще? Там же все подожжено. А это кто? Ты кто? Не вижу. Опа. Берсеркер. Это берсеркер просто получается. Посерьезно. О. Неожиданность. Ну да, ну что ж. Не в сухую получается как-то. Так, ну по крайней мере мы отсюда можем воскреситься. Это контрольная точка. Это респаун. Это тебе все, что хочешь. Вот бы еще... волка бы было бы вообще чудесно, но нет, поэтому думаю, стоит именно что вот так. Ты чё это? Прекращай. Так, я говорю, волка бы вот этого, вот этого. Я так понимаю, для этого лучше ночь, да? Давай лучше ночь. Нам надо прям много волка, прям. Много волка. Чтобы раскатать шкурку так метражом. И нарезать себе сразу. На куртец. Я так понимаю, там прям будет в пути холодно. Поэтому стоит. Он еще обогревается не все время, если поджечь просто что-то рядом. А это прям не круто. Так. Ну, пчелиная бомба вообще хорошо себя показала, кстати. Да, блин, ладно. Так. Все, че по волку. По идее, ночью волк должен быть весьма себе частым гостем. Окей. Пока не вижу. Слышу только оленей. Ай. Ну вот зачем вам это, ребят? Ну, потратить мое время просто. Да. Все, мы даже не будем сталкиваться. Зачем? Нам нужны волки. А эти даже пленника не ведут, просто ходят здесь. О! Да блин, ну не убегай. Я благодарствую. Так, я надеюсь, тигры догонят того. Было бы просто великолепно.
Давай, 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 давай. О! Шикардосик. Ща, ща, ща. Соберу. И покормлю. Собрал. И покормил. Так, а че там? Че там? А че там вообще по куртке? В целом. Еще два. Е-мое. Так, так, так. Ну и че? И вот где еще искать двоих? Опа, опа. Оказалось, на тигре. Самой чаще лесной. Казалось бы. Но нет. Че, вниз спускаться? Давай вот до этих пробежимся. Кто знает, может на пути еще какой-нибудь волк встретится. Хотя бы два. Надо два. Один, один не надо. Если будет один, будет вообще грусть. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вот когда надо, ну, ты знаешь. Когда надо, не попадается. Никто. Никто, ничто, нигде вообще. Ну, где... Вот. Да нет. Угу. Не хватало нам еще вот этого вот всего. Застрять где-нибудь. Ну и где же вы, господа, сутулые? Я не вижу. Я не видеть волка. Вообще никого не видеть. Нам на выживание обещали тяжелые ночи. Где мои тяжелые ночи? Блин, это вообще не то. Ну это похоже, но это не то. Сильно. Где же эти волкусы? Проклятые. Ходят. Это еще что такое? Звериная шкура. Что-то там еще. Ну вот бы стаю волков, а? Нет. Не такую. Другую стаю, пожалуйста. Опасную. Достойную меня. Опасную. Прям нету волков. Вот прям нету волков здесь. Здесь днем и ночью ходят травоядные. И днем, и ночью. Почему-то. Ну вот как же так? Токар. Ну как же так? Ну где же все волчары? Позорные. Прячутся. Получается, что? Получается, что попрятались. Позорно. Эх, волчары, это позорно, мне кажется. Ладно, ну почему-то, когда через силу начинаешь искать что-то, постоянно такая фигня. Так, я знаю, что там у шамана что-то появилось. Давай заглянем к нему, а волчары потом по-любому появятся. Чисто случайно они постоянно попадаются. А, кстати, а может быть что-нибудь в тайнике есть? Пожалуйста, волчья шкура. Не, вообще ничего нету. Ну, есть, конечно. Кое-что. Но вот совсем не то прям. И не туда. И барсука там тоже не было. То. Ну, допустим. Опа. Снова за мамонта.
Теперь что? Охота на охотников. Ух, вы ж мои мамонтята. Чё, чё, подожди. Да ты... Ты чё творишь? Малыш. Малыш, что же ты творишь? Вы... Подожди. Подожди. Защитник стада. Я что, защитник стада? Давай ускоряйся быстрее. Допустим. Я такой, допустим, защитил стадо. Вы что, сейчас будете просто появляться слева и справа неожиданно? В бесконечном порядке? Серьезно? Да. Вот это веселье получается. Какая-то необдуманная спецоперация со стороны людоедов. Так. Получается, защитили? Можем двигаться дальше, типа того. Самое время. Зачем ты это делаешь? Беги просто вперед. Так. Да жду я, жду. Жду. Ну ты чё? Все, дошли. И чё? Не-не, ну нам туда точно не надо. Там лед какой-то хрупкий. Правильно? Я бы лучше здесь тогда. Мама! Повоюю. Так. А что там творится? Нет, там все нормально, кстати. Не странно. Стой! Постой! Так, проведите мамонтов через мост, да? Мне показалось. Так. Да сколько вас там еще? Пойдем. Да пойдем дальше. У нас же есть контрольная точка. Ну все, пойдем. Вы что, все вместе решили побежать против одного? Ну все, справились. Молодцы. Пойдем. В конце-то концов. Ну что, мы идем там, нет? А что вы стоите? Стадо. Вы что? Вот вы что стоите? Алло. Забыли, куда идти? Пойдем, пожалуйста, я вас умоляю, а? Пойдем. Ну, ну почему один уже отреагировал, а остальные... Да я ж... А, все. О, боже мой. Обожаю. Давай, двигайся. Двигайся, я сказал. Чертов забаженный слон. Пойдем. Аллилуйя. Двинулись. Таки. Сейчас вот тот, который убежал, по-любому умрет. Да? Они и так-то в толпе умудрились умереть как-то. Понимаю. Как он вообще здесь прошел? Чё? Ой. Я созываю мама. Мама. Го. Что-то он сильно прям ушел. Прям молодец какой-то. Так, стоп, а нам как вообще? Так. И чё? Прям по ловушкам пошли, да? Ой-ой-ой. Естественно, сейчас кто-нибудь упадет туда, погибнет. А как же без этого? Так. Пойдем. Какая цель вообще у нас? Пройти или что? Давай. Не вижу смысла особого толкаться там. Так, нас осталось маловато, вот это мне не нравится. Ну вы что там творите, блин?
объясните мне, пойдем. Вы не хотите идти, да? Вы хотите сражаться и умирать до последнего. Молодцы. Молодцы. Вот молодцы, конечно. Это вы классно придумали. Но нет. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот что вы там делаете? Что вы делаете? Я не понимаю, я не понимаю. Вы чего? Чего ждете? Ну все, теперь у нас двое стадий. Классно? Доигрались? Сильных мамонтов. Такое чувство, что они возрождаются, вот эти вот, заново, и... Это порочный круг. Ну все, пойдем, ну че, ну че? Ну вам че надо еще, в принципе? Пойдем. Ну это какое-то чудо новогоднее, да? Капец. Мы прям на каждом этапе кого-то теряем. По глупости, в общем-то. Как я их защищу, в принципе, если они не слушают никакие команды? О, супер. Обалденно, блин. Класс, теперь что, я застрял. Давай, 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 куда-нибудь уже разум, а. Я ничего не вижу вообще, не понимаю. Да, да, да. Все, побежали. Уголек, пойдем, я тебя прошу, пойдем. Не останавливайся. С того, что ты останавливаешься, ты умираешь, к сожалению. Так уж вышло. Да, да. Так, так. Так. Мне кажется, они бесконечные здесь, правильно? Нам надо просто идти, не останавливаясь, бежать, блин. Тогда все будет хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Это прекрасно. И чё? Зачем мы идем сюда? А нам вообще куда? Ну это фиаско, я чувствую. Я предвкушаю фиаско, конечно же. Чёт. Теперь это моя любимая миссия. Какая-то просто. Давайте, падай в ловушку там, не знаю. Откуда? О, вижу. Винжу. Вайта. Я не знаю. Очень какая-то неконтролируемая миссия, честно говоря. Чё, кто, где? Ай-яй-яй-яй-яй. Какой неудобный мамонт. Честно говоря. Попался. Хорошо, хоть Friendly Fire не включен. Это было бы вообще. О! Пойдем, слоники, пойдем. Я вижу. Метка появилась, можно идти. О! Мне кажется, я начинаю их понимать. Так, ну все. У нас 4. Почти полный состав. Все, я сразу в бой. Никого не жду. Чё, так нельзя, Чё за прикол? Пойдём. Он что, в домик убежал? Я теперь его не достану? Великолепно. Я вот здесь. Ну чё там? Кого метите? Так. Ай, ребят, не толпимся. Разойтись. Так. Дальше. Так, я понимаю, мы прямо на респауне сейчас, да?
Блин, так нечестно. Пойдем, отойдем. Сюда, господа. Где вы? О, а я вас ждал. Да мы вообще вас тут все ждали. Пока вы наконец-то повылазите. Красиво. О, вот теперь мы похожи даже на команду. Прямо вместе. Давай, 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 бутан. Так. Сколько их еще вообще? Интересно знать. О, отметка. Побежали, побежали. Я сказал, побежали, побежали. Сюда, 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 слонята, сюда, быстрей. Аллилуйя. Так, сколько нам еще таких махачей? Я использую зов. Че, сломались? Ну сюда, идем, ну вы че? Ну, пойдем. Блин, ну что такое? Объясни мне, а? Пойдем. Тупите, стоите. Так. Дошли там. Один потерялся. Ну, естественный отбор никто не отменял. Я уже не знаю, за ручку вас вести, что ли? Красота, подожди. Мне кажется, это была прям очень плохая идея, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а, в этом и была идея? Задумка? Я надеюсь. И где мы теперь? А-а-а. Пойманы. Ладно. Допустим. Опа, 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 опа. Давай сразу большого освободим. Так. Попутно побеждая врагов. Опа. Так, вот тут был бы пятый, но не стал. Все получается. Освобождены. Дальше что? Прорываемся отсюда. Мамонты вроде наконец-то начали двигаться как-то организованно. Если мне не показалось, конечно. Так. Дальше куда? А, вот сюда. Можете извилистые дороги ваши. О! Мамонтовая семья. Сейчас-то мы доплывем, я надеюсь. И радости моей нет границ. No! Отлично. Это я кричу от счастья. Получается, затащили. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, паблик, Steam, Instagram. Ставьте все уведомления. И до встречи в следующей серии. Пока!